Какая красота! Ой, они по номерам, да? Видели, что они по номерам? Да, я же говорю, прикольно, вообще как классно. О, какая красота! Вообще! Коттедж! Спасибо! Теперь залезайте в любую, выбирайте себе место. А, еще одну завтра привезут. И будет 8. Кайф. А, 7 номера получается нет, да? Или какого нет номера? Да. 7 номера нет. Вообще очень круто, да? Красота. Ну, я думаю, нам надо сделать будет из этого такой, ну, прям много... Жилой массив. Массивчик такой, да. Коттеджный поселок. Это для квадратных собак, а это для круглых, чтобы не перепутали. Угу. Ну, класс. Вот так вот тут. Все красиво. Треугольные собаки в этот раз пролетают. Черт. Очень хорошие, красивые. Деревянные будочки. Красота. Только мне кажется, с номерками собаки быстро справятся. А мне кажется, они с фасадами быстро. Ой, господи! Я думала, кто-то свою собаку подвел. Донар, как тебе? Привет, красавчик. Ты гуляешь. Ну, а Донар круглый или квадратный? Доня, ты круглая собака или квадратная? Нет, Доня круглая собака, по-моему. Очень даже круглая. Скажи, я очень даже круглая собака. Я вполне себе круглая собака. Почему вы можете вообще сомневаться? Посмотрите, какая круглая собака. Ну, мы видим. Такая круглая собака, Доня. Иди занимай место. Мы раньше думали, что ты треугольная собака, а ты квадрат. Фу, круглая. А, подождите! Так, Доня, круглая собака, беги гуляй. Все, кушай отсюда. Идем. Так вот, куда мне сейчас занести? Куда нам их деть? Преждевременно. Мы должны вначале поселок построить, а потом уже они должны их съесть. Так, погрузка полным ходом идет, друзья. Но мы записываем, не сможем вам все показать. Да. Так, ну-ка, бумочки, кыш отсюда. А, присматривают себе будку новую. Гуся, гусь, бегуся, они тебе маленькие. Маленькие будки для бегуси. Маленькая, да. Ты очень красиво. Большой парень. Мужчина в возрасте. Там расцвете сил. Ты красивая, как казачка какая-то. Красная вся, бухала две. Биг. Нет, не понравилось. Скажи, я хочу будку другую. Да. Скажи, хочу другую будку. Заза, погладь меня. Вставай. Задавили Галю. Сейчас она возьмет и понесется. Зачем меня придавил? Зачем меня? Потому что я буду охранять будки. Бегу не понравилась будка. А зачем ему будка, если у него есть дом? Может быть, он жадный. Целый дом для честной собаки. Так, а ну-ка, бегемотик, ишь отсюда. Так, хоботки убрали, что ли. Любопытные. Мои бумочки, дротики, бегемотики. Мои собачки. Собачки мои, да. Нет, нельзя выходить. А как мы ее затащим? Она большая, нет? Так и затащим. Ух ты! Какая красота! Саш, у меня смутные подозрения, что собаки будут перепрыгивать через... Это какой-то трамплин. Нужно верхнюю, может, с той маленькой поменять местами. А маленькую можно... Так они и туда могут запрыгивать. Слушай, а почему они до сих пор не догадались? Саш, не надо говорить. Сейчас я пока ее вот сюда поставлю. А, ну, кстати, да. Вот так. Да, вот эту поставлю пока. А, тогда да, а то... Тут-то на двухэтажной будке. На вот этой будке, на двухэтажной, никуда не упрыгаешь. А тут можно. Слушай, красота, как капсульные домики в Японии. Не, ну, короче, да, чтобы они туда не залезли у нас. Ага. А то, правда, шмыганут на улицу.
Так, ну что, давайте-ка сейчас. Ну это, конечно, не так будет стоять. Давай поясним, что мы еще это все. Да нет, это просто складируем сейчас и будем думать, где мы здесь сделаем этот коттеджный поселок. Все зашьем, утеплим. Все будет красиво. Глянь, уже троица идет проверять. Сейчас мы просто показываем вам, друзья, о том, что нам привезли вот такой шикарный подарок. Спасибо! Вот. Какие красивые. Что, не хочет никто в будку зайти? Ой-ой-ой-ой, кто-то занимает места. Дик, какая тебе нравится из квартирок? Интересно, синюхая. Турка выбирает себе место. Тетка пришла выбирать. Бима. Дик. Дик, ты будешь охранять эти будки? Дик, охранник. Охранять сил. Да молодец. Дик, молодец. Дик уже залез. Ага. Что там интересное? Ага. Что там, Кутуш? Кутуш, залезай куда-нибудь, давай. Молодец, вставай. Давай, вставай, вставай. Хат, вставай. Давай, давай, иди ко мне, иди. Вот так. Вот. Да молодец, вот, посмотри. Вот, 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 ставь, ставь, ставь лапку. Ставь. Давай, хатик. Ставь. Нет. Ой. Хатуни. Нет, он пытается сам, но у нас у череха скучает. Давай, давай, давай. Вот так. И еще. Вот так. Давай. Давай, давай. Да молодец, хатик. Скоро ходить будет. Давай, давай, давай. Не ленись, не ленись. На, вот так. Ко мне ближе. Ближе. А что это ближе. За посылка? Ближе. Череха. Череха, череха сторожит. Череха, глянь. Расскажи, что это такое у нас? Хвостиком по посылке. Что это у нас такое, череха? Ты знаешь? Ты в курсе? Нет, друзья, даже хату интересно. Это подарок. Подарок от Дениса Коновалова. Ух ты! Ссылочку оставлю, сайт Канаден. Это сертифицированный специалист по Ютубу. Вот и это? И здесь. Да, вот это. Вот это. А здесь книга. И сейчас мы вам покажем. Вы сейчас сами посмотрим. Ножнички, может быть, вам? Это супер книжка на самом деле, друзья. Чинично. Так, носик осторожно. А то сейчас подровняем носики. Череха, мы вроде сегодня не планировали груминг тебе делать. Череха! Иди смотри. Иди смотри, что за посылка. Коробочка. Ух ты, какая коробочка. 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 Череха. Так, проверяет череха. Молодец. Кат, тебе тоже интересно, что это? Да. Блин. это, знаете, так открываешь упаковку, там еще одна упаковка. Да. Там есть еще одна упаковка. О, да, ребят. Так, 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 так. Вот этого вот не надо кусать. На зуб пробовать. Мою книжку. Ну ладно, нашу книжку, так и быть. Честно, покажи, скажу. Ну покажи, покажи, покажи. Наша. Куда ты уползла, Черри? Красота. Вот так, скажи мне вот вообще вот дай это вот. Книжку. Лучше меня покладьте и покормите. Вот такая книжка. Красота. Минималистично. Шикарно, да? Да. Глянь. И мне все это придется прочитать. Я люблю читать. А сзади, сзади что? Там тоже есть что-то. Ох ты. Да, красота. А что, классная книжка, кстати, да. В твердом переплетике. Да, я думала, приятно, что будет мягко. Приятно такой подарок получить. Шикарно. Денис, огромное спасибо. Спасибо огромное. Череха, иди тоже скажем с тобой вместе. Это же наша, это же не моя книжка, это же наша книжка. Приют, теперь для приютская книжка, вот. Мы теперь скажи, как станем специалистами, как станем, как начнем каналить на Ютубе. Для каждой отдельной собачки скажи, я тоже свой канал заведу, буду черешить.
Я думаю, понятно все, да? Как завоевать собаку в кадре. Может, нам тоже книгу написать, как это самое, как завоевать внимание собаки? Тереха, Тереха, на, Тереха. Вот Тереха молодец, на. Вот. Выплюнешь сейчас, да? Да. Хитрец ты такой, ну на еще тогда. Нет? На. Ну где вы видели такого, а? Привереду? Ну вот тут под столом сидит. Привереда подстольная. Все, друзья. Друзья, вот такой сегодня у нас день подарков. Ну да, кстати. Огромное спасибо нашим друзьям. Скажу спасибо всем, друзья. Спасибо. 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 Мы живем, скажи, живем. До свидания. И быть добру, скажи, друзья. И быть добру. И быть добру. Друзья, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки, выбирайте себе друга из наших подопечных и быть добру!